Анонс и точная дата выхода нового 4-серийного сериала «Отверженное». Премьера сериала состоится 26 апреля на домашнем. Семейная жизнь Маши окончательно рушится, когда доктор озвучивает страшный приговор. Диагноз ВИЧ шокирует любимого мужа Романа, который не собирается жить с ней и подает на развод. Бывший возлюбленный похищает маленького сынишку Виктора и исчезает в неизвестном направлении. А неприятности продолжают сыпаться на голову несчастной Марии. Пытаясь узнать информацию через знакомых и друзей, Маша отправляется на поиски сбежавшего благоверного, но оказывается в руках бандитов. В результате полученных травм, но благодаря помощи небезразличного водителя, она остается в живых и проходит лечение в больнице. Хирург Николай Вершинин боролся за жизнь незнакомки вместе с целой бригадой врачей, но память так и не вернулась к пострадавшей. Она затрудняется ответить на задаваемые вопросы и совершенно ничего не помнит. Но настойчивый Коля помогает ей вспомнить прошлое и чувствует к ней притяжение. Премьера сериала состоится 26 апреля. Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.